Ватикане. Вот здесь какие сувенирчики продают. В принципе, недорого. Вот мы на уже внутри Ватикана. Ватикан – это карликовое государство-анклав. Самое маленькое официально признанное государство в мире внутри территории Рима. Территория 0,44 квадратных километра. Население – 825 человек. Бюджет Ватикана составляет 310 миллионов долларов США. Ватикан имеет собственный банк, более известный под названием «Институт религиозных дел». Ватикан, как уникальное государство, использует евро в качестве валюты и выпускает собственные монеты евро. В Ватикане расположены всемирно известные шедевры архитектуры. Это собор Святого Петра с внутренним убранством, ватиканские музеи, в числе которых Сикстинская капелла, а также знаменитая Ватиканская библиотека. Ватикан, вход свободный, пожалуйста, без проблем. Зашел, все. Вход в музей платный. Отдельный вход для пузов, для вход в музей. Это вот площадь Святого Петра вроде, да? Да, и все, там нас будет ждать автобус, у нас еще есть. Ну, к храму все правильно. Вот полтора-два часа. Все, огонь. Вот Святого Петра. Вот оттуда вещают. А там, видать, музей был. Вот люди из музея идут Ватикана. Мама ест в музее. Нет, а где у нас Сикстинская капелла-то? Мы ее увидим? Музей. А, мы не видим ее, получается. А вот люди стоят. Что это вот это? Вот же люди стоят. Можно в церковь. Они в церковь стоят, по-моему. Ладно, я. Вот площадь, центр Рима, площадь Святого Петра. Здесь вот находится Сикстинская капелла. Мочил кепку свою святой водой Ватикана, вот из этого фонтана. Вот очередь здесь. Сикстинскую капеллу.